Всем привет, это музыкальный фастфуд. Продолжаем, не отходя от кассы. Итак, самый простой способ разнообразить вот это вот нисходящее басовое движение, нами в прошлый раз рассмотренное, и, соответственно, такую вот незамысловатую прогрессию аккордов от каждой из этих ступеней, это не сразу идти вниз на ступеньку, а сначала пойти на квинту вниз, на кварту вверх. Вот мы в ней же и оказались. И сейчас мы идем в фа, но не сразу, а на квинту вниз, на кварту вверх. Ну и четвертая, пятая и первая. Мы, естественно, можем построить трезвучие от каждой из этих ноток. И вот нам каденция, в общем, аккорды, знакомые от Вивальди до русских романсов, не говоря уже о половине поп-музыки. Кстати, в комментариях хотя бы 9000 примеров приведите, пожалуйста, вещей на этой прогрессии основанных. Мы, конечно, не обязаны рукой скакать всю дорогу, мы можем аккорды вот таким вот образом обратить. Так что у нас мизинец всю дорогу, наша знакомая, вот это движение басовое изображает, но уже гармония чуточку по разнообразнее. Эти аккорды идут по квинтовому кругу, но не пугайтесь об этом позднее. Что касается мелодии, по-прежнему вторая нотка каждого из этих трезвучий самый главный кандидат. Видите, это всегда терция, в данном случае децима. Удачи! Нет, естественно, не надо так всегда сочинять. Пожалуйста, хватит делать такие мелодии. Это я, кстати, к себе тоже обращаюсь. Просто если не от чего танцевать, то вот вполне себе вариант.